А вот он, Сэнди, вот он где сидит. Макс, уйди. Макс, уйди. Макс, уходи отсюда. Смотри, что происходит. Смотри, что происходит. Просто разнесли. Я еще и добил его. 6 секунд. 6 секунд. 4, 3, 2, 1. Да, я вышел. Я вышел. 3000 хп осталось. Всем привет, друзья, с вами Кайси Дропзита, добро пожаловать в Brawl Stars, и у меня для вас сразу две хорошие новости. Первая, в событии большая игра, появилась новая карта. Ну а вторая новость, я ни разу не играл за огромного мега бойца Пэм против всех бравлеров. Тем более, с ее улучшенной пассивкой, где турель бьет каждому по 800 урона. И мне интересно, вообще возможно ли победить Пэм в этом событии, что мы сегодня с вами узнаем. Но вначале обязательно прошу вас, обязательно поставьте лайк, нажмите на красную кнопку подписаться. А также, друзья, если вы хотите принимать участие во всех конкурсах на канале или просто хотите меня поддержать, зайдите в магазин и проверьте, введен ли у вас код автора Робзи. Проверили? Ну а теперь погнали! Против Сэнди, против легендарочки, и еще в команде у меня две ПМки, и еще обе с пассивками. Вот это будет жарко. Серьезно, я очень редко вижу ПМку за мега бойца, а тем более когда вот так. Сейчас посмотрим, что будет. А где? А вот он, Сэнди, вот он где сидит. Ребят, мне кажется, мы проиграем, но это будет очень жесткая битва. Он еще и будет хилиться, еще будет хилиться по много урона, мне кажется. Так, подожди. Если у него есть гаджеты, А, я не успел поставить ульту, ну куда? Куда же ты, молодой человек, убегаешь? Погоди, стой, я к тебе иду в гости, так. ПМ-ка жива, только другой скинчик у нее начальный. У меня крутой, у меня за 150 гемасиков скинчик. Где Сэнди? Ага, вот. Где? Где же ты, где же? Вот. Получи по 800 демогаспус. С гаджета. Так, а у нее гаджет пробивает? Нет, у нее гаджет не пробивает. Так, тихо. 39 тысяч хп. Давай. Да меня сдуло опять. Меня просто сдуло. Подоставило эти ульты. Хилится, бегает по всей карте. В кустах сидишь, да? В кустах долго не просидишь, подруга. Ой, друг, это Сэнди, это же мальчик, боже мой. Почему Сэнди мальчик, а Макс это девочка? Почему странно так в Бравл Старсе? Но я все никак не привыкну. Так, бросаем ульту. Ребята, минус Сэнди. Это было быстро. Это было максимально быстро. Итак, ребята, мега боец Пэм. Огромная мега боец Пэм против всех бравлеров. Это будет полный разнос. Я почему-то уверен, что я должен выиграть. Так, против меня играет Спраут, против меня играет Шелли. Начинаем разносить. Пацанчики, как дела? Ага, вот Шелли идет. Главное, Шелли не подпустить себе, потому что мало мне не покажется. Так. Тихо. Мне нужно поставить вот сюда свой ульт. Так, пацанчики, хилимся, живем. По 800. Блин, надо было здесь косточки разбить. Я если бы разбил косточки, мы бы уже убили. Так, тихо. Отбиваемся. Хилимся. Так, здесь Шелли. Ставим ультец. Живем. По 800. Нет. Добил Шелли. Так, Макс бежит. Слушайте, у меня либо я плохо играю, либо против меня очень жесткая команда. Команда просто не моей мечты. Так, тихо. Ставим сюда 560. Все, я стою хились. Пацаны, по одному. Не. Так, Макс, уходи отсюда. Так, одну тычку, это и Макс осталось-то. Давай, попади. О, попал, хорошо. Хорошо. Шелли. Не дать подойти Шелли. Ставим ульт. Все. Меня зажали просто. Так, тихо. Блин. Шелли, отстань, отхилилась. У нее гаджет на отхил. 43 секунды, 40 тысяч хп. Меня Спраут просто закумарил. У меня закидывает со всех сторон. Я пошел бегать по кругу. Ставлю ульт. Все. Постреляйте по ульту, немножко постреляйте. Дайте жить. Так, я пошел в другую сторону. Сколько? 28 секунд. Меня перекрыли. Дурацкий Спраут, дай выжить. Да все, отстаньте, пускай идут. Все, Спраута убили. 19 секунд, 15 тысяч хп, я должен жить. Я должен выжить, я должен как-то прожить. Я не знаю, как я должен выжить, ребят. Дайте немножко свободы. Дайте подышать, 10 секунд. 7 тысяч хп, 5-4. Меня зажал. 6 секунд оставалось. Спраут, просто удали Бравл Старс, я тебя ненавижу. Ладно, это еще не конец. Против Кольта.
Ой, кольтец, ну тебе попа, тебе просто по... У нас сколько в команде? У нас две Джесси в команде. Вот, представляете, если мы попались против Джесси, это ГГ. Так, посмотрим, как Кольт с ником Огр, Орг, а, Орг. Я думал, он Огр почему-то, а почему не Орг? Почему ты не Орг? Он еще и проиграет очень быстро. Ребята, это все. Это полный разнос. Блин, он меня убил? Он меня убил? Как? Подожди, я думал, что он не... Он... А, он меня стрелял, да? Ну ладно. Он меня стрелял, оказывается. Ладно, я что-то слишком расслабился. Это было слишком просто. Мы уже сняли ему... Сколько? 60% за 30 секунд, причем не напрягаясь. Он просто автоатачит куда, я не знаю, просто куда попало. Так, ставим просто нашу ульту, которая бьет по 800, я хилюсь. Но я просто слишком иду в бой, надо было хотя бы осторожничать. Я вижу, что он играть не умеет, поэтому я тоже разучился играть за последние 5 секунд. Шучу, ребят, сейчас все будет. 27% остается, я к нему подхожу в упор. Я просто хочу как можно быстрее нанести максимальный урона. И он максимально меня сильно пробивает. Так, хилимся, живем. Все, 10 тысяч хп, уворачиваемся, давай, добивайте. Ну добивайте, не заставляйте меня рысаться, не заставляйте меня это делать. Не дали рыснуться, гады, а? Против Эль Прима, вот это будет жарко. Против Эль Прима я не сражался уже примерно лет 700, наверное. Посмотрим. Кстати, на правах рекламы хотел бы рассказать вам про свой дискорд-сервер по Бравл Старсу. Ссылочка будет в описании, заходите, буду рад вас видеть. Тихо, сейчас метеоритом шибанет. Так, главное, что у нас в команде есть Шелли. Чем больше Шелли в команде, тем как бы нам круче. Так, давай, ставим здесь. Ой, прям шугануло по моей хилочке. За шо? Ну за шо ты так хилочку мне мою ненавидишь? Так, давайте, пробиваем потихоньку. Прикатился Дэрил, смотри, что делает. Бросаем хилку. Смотри, будешь ли ты с хилкой сражаться? Пацаны, хилимся. Он хилку не бьет, получает по 800 урона с хилочки. Вот это ты, конечно, Вася. Вот это ты, конечно, Василий Эль Примович, как говорится. Так, куда он пошел? Он пошел к нам на базу? Нет, он не решил к нам идти на базу. Где вот? Где-то гадин. А, вот он пытается уйти, его замедлили. Так, что делает? Прыгает. Смотри, мы стоим под хилочкой, он уходит? Ты зачем уходишь, дружище? Другалечка, вернись-ка к нам. Мы тебя все равно завалим. В принципе, да. Эль Прима в этой игре Эль Прима не катит, ну, не совершенно никакими путями. 8400 хп стоит. Да я понимаю, что ты быстрый после ульты, но куда ты собрался? Далеко ли ты убежишь сейчас? Сейчас там Дэрил прикатится. Да я добью тебя. А, не я. Ну, выиграли. Ну что, ребят, против Динамайка это будет жарко. Я сам прикол в том, что ни разу не играл за мега бойца Динамайка. Ни разу. И у меня все впереди, ребят. У меня все впереди. Посмотрим сейчас, как за пэмку справлюсь. Но плохо, что не я мега боец. Ой, у нас одного застанили. Зачем ты Мортиса взяли? Кстати, Мортис против Динамайка. Посмотрим, насколько хороший у нас Мортис. Вот не очень, кстати, у нас хороший Мортис. Его снесли прям очень быстро. Хорошо, что у Динамайка еще один прыжок. У него хотя бы не усиленная ульта. Он пытается прыгать. Что он делает? Он прыгает. Он... Ты будешь там и сражаться? Я из-за этого попасть не могу в него. Так, во, нормально. Поставил ульт. Ульту снесли. Он еще и автоатачит. Ладно, давай, дружище. Давай. О, попал. Нормально. Бросил. Минус 2 сейчас делает. Нет, не минус 2. Меня пытается пробить. Меня даже убил. А там Рика его нафигачит. Смотрите, просто 50% сняли. Ну слушай, нет, живет неплохо Динамайк, но играет так себе. Я играю примерно в раз 17 лучше. Так, еще минус у кого-то. Конечно, Мортис должен был его гонять, но у нас Мортис максимально странный. Так, ставим ульт. Привет. В упор подходим. Давай. Перепрыгну. Ой. Минус я. 4620 нанес. Больно. Это был Динамайк. Больно с твоей стороны. Но все равно слабенько. Смотри, он ходит по ульту. Просто получает по 800. Я не знаю. Там ульт просто и половину хп снес. Так, что там крутишься, дружище? У тебя сколько там хп? 5000 хпшечек. Ну все. Тебе ГГшечка пришла. Ребята, будет жестко, будет жарко, будет опасно. Шелли против меня. Я, кстати, не посмотрел, Шелли была с ультом или нет. Если она еще будет нас сейчас замедлять, будет очень плохо. Так, где Шелли? Ага, вижу Шелли, где-то здесь. Спайк, обходи Шелли. Во-во-во-во-во, поехали, отходим. Да, пассивочка есть у Шелли. Так, минус спайк. Сейчас ультанет. Так, бросаю я свой ульт. Тихо. Там кто-то хилится. Походи по ульту. Во-во-во, пошла подруга по 800 получать каждую тысячку. Сколько мы сняли ей? 40%. Ну, да, 40% сняли, ты уже 44. Ну, неплохо, ребят. Неплохо. У нас там Вольт пытается с ней воевать. Она пытается от нас уходить, но нет. Такая себе Шелли, плохо прячется. Хотя, кто бы говорил, я бы тоже проиграл, наверное, на Шелли.
Так, ставим ульт. Ах, блин, ульт не поставил. Ульт не успел. Ну, слишком жестко. Она прыгнула, ударила, вынесла меня. Снесла все. Ага, где она? Где ты? Где наша Шелли? Слушай, а что будет, если поиграть с Шелли с пассивкой на отхил? Каждые 20 секунд. Так, ставим ульт. Я поставил же ульт. Я поставил и умер. Так, ну пацаны зато под хилом. Зато мои пацанчики, как говорится, не себе, так людям. Вот как называется. 8% хп у Шелли. Что-то воюет, 2% и... Ну не я опять, да и добил ее. Ну ладно, зато выиграли. Наконец-то я огромный мегабоец. И против меня 2 тика. Против меня 2 тика, 2 Джесси и Мортис. Но Мортис, ладно. Но 2 тика, они же меня задолбают. Они просто будут закидывать меня по КД постоянно своими бомбочками. Это будет очень плохо. Пацаны, всем пока. Я пошел. Всем удачи. Всем счастливо. Так, мне нужно... А, минус 1 сделали. Уходим. Так, с тиками нужно разобраться. Ставим ульт. Хилимся. Ульт пробивает пацанчиков. Так, все. Вы посражаетесь со мной? Вы не сражаетесь... Зачем? Ну зачем? Чем тебе мешала моя ульта? Так, мы будем пытаться стоять вот здесь на проходе. Будем пытаться сдержать их. Так, там Джесси. Да блин, почему метатели? Почему метатели против меня? Ну за что? Ну серьезно. Тихо, ну они же меня сейчас разнесут. Ну, тихо, хилимся, живем. 800 хп, атак побежала, бомба снесла. Бомба, а капец, смотри, что происходит. Они меня сейчас за 5 секунд. Да нечестно так, я не могу ничего сделать. Они меня просто зажали. Это что за имба? Это что? Как это контрить? Да пофиг на этого Мортиса, меня больше интересуют эти метатели, которые бомбами закидывают, я не могу ничего сделать, они просто пробивают, да дайте мне лучше Шелли против меня. Так, я тебя сейчас вынесу, они еще, так, подожди, сносят мою хилку просто за 5 секунд, здесь еще и башня Джесси стоит, смотри, что происходит. Я не понимаю, они меня просто зажали, как кабана дикого, где-то в углу. Так, тихо. Я уже просто от страху автоатачиваю, понимаете? Я попасть не могу. Смотри, бомба за бомбой, пушка за пушкой. Я ставлю хилку. Бей меня, лечи. Бей их по 800, 25 секунд, у меня остается 15 тысяч хп. Но это нереально. Так, я убил одного тика. Здесь пушка Джесси наваливает. Откуда ты здесь взялась? Они меня просто зажали по всем фронтам. Просто по всем фронтам пробивают. Так, тихо. Этот еще ультует, так, этого убили. Это убили, ставим хилку. Живем 6 секунд, 4, 3, 2, 1. Да, я выжил, 3000 хп осталось. Я думал, мне ГГшка приехал, припрыл. Я выжил, как это жестко было. Офигеть, ну я справился, ребят. За это нужно лайк, просто лайк, подписку, колокольчик, вводите код автора, а мы погнали дальше. 8-бит, 8-битушка, ребят. Вот это будет жара, ребят. Не знаю, справлюсь я против него или нет, но это будет жестко. Смотрите, сейчас он поставит свое усиление, будет пытаться нас накосать. Я буду ставить ему свою ульту. Так, 8-бит уже начал. Оса, какой-то ник у него. Да почему я запутаюсь в этих стеночках? Так, нужно подойти к нему. Так, у нас проблема в том, что у нас нет Шелли. Но мы можем его, в принципе, вот так вот в упор пробивать. Так, мою вышку уже вынесли. Так, хилимся, живем. Главное не стоять в упор. Тихо. Бьем. Еще разочек выжить. Ставлю ульту. Ставлю ульта. Она бьет его? Она бьет по 800. Хорошо. Уходим. Пацаны там хилятся, живут. Сейчас он телепортнется. Телепортнется на свою ульту? Нет, не телепортнется. У него потому что нет ульты, уже снесли. Моя ульта же и бьет его ульту. Капец, мы его сносим буквально за считанные секунды. Смотри, что происходит. Просто разнесли. Я еще и добил его. Это было быстро. Это было очень быстро. О, да, ребята. Я снова мегабоец. Как я этого хотел. Вы посмотрите, какая она огромная. Просто огроменная пэмочка спряталась в кустиках и сидит, ждет свою жертву. Смотрите, Шелли против нас нет. Метателей против нас нет. У нас есть ребята, которые будут сейчас пытаться меня убить. Так, минус 1 сделали. 8-битушка. Привет, приветушки. Так, здесь сейчас еще Эдгар. Так, что мы должны сделать? Бросаем ульт. Они сейчас будут его бить, интересно, или нет? Да. Пытаются пробивать. Так, выбиваем Эмс. Ульт мой вынесли. Мне нужно, знаете, что сделать? Мне разнести нужно вот эти скелетики. Для чего? Я сейчас покажу. У меня есть хитрая тактика. Так, пацаны. Нужно набить себе ультец. Так, тихо. Восьмибитку сносим. Так, этих пацанов бросаем ульт сюда. Да тихо. Ультец. Да блин, куда ты стреляешь? Стреляй по Эмс. Ульт снесли. Смотри, что делать. Они ульту тоже. Они понимают, что ульта бьет по 800 урона. И пора ее сносить. Все, я стою за кустиками.
Что такое? Вы там пытаетесь меня убить? Капец больно, капец больно. Эдгар в упор бьет очень больно. Да блин, умри ты, капец, он еще и хилится постоянно. Так, 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 против ульты. Так, сносим пушку, сносим пушку. 50 секунд, и у меня уже так мало хп. Либо я нет, я слишком расслабился. Мне кажется, я слишком расслабился, ребят, вначале. Нужно было давить их вначале. Еще Эмс, который меня замедляет, понимаете? Замедление для мега-бойца это просто последнее. Это хуже некуда. Так, 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 так. Еще и не умирает, понимаешь? Бегают там на понтах своих хпшечек, выживают каким-то образом. Так, так, так. Ставим хилочку, попытайтесь подойти ко мне. Блин, они же хилку будут бить с расстояния. Так, блин, у меня мало хп. Меня вынесли 22 секунды. Ладно, ребят, на самом деле я им поддался. Я им поддался, там было специально. Думаю, ладно, нужно на последнюю каточку поддамся, чтобы ребята не плакали. Ребят, на этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в магазин, вводите код автора Робзи. А если вводите, проверьте, введен ли. Ну и все, ребят, всем удачи, покедов.